А почему я так сильно опустился по ПР-у, если за колечко я это вырыл его, а печенька на 300 кп стоит, а колечко 380? Почему я так сильно просил? Не может там быть что-то накинул. А, шутка. Ебать, они только ребро убили. Я думаю, это уже до чумки дошли. Что ж ты? Давайте этих бомжей агрите, короче. Давайте май стан, паладин и стан. Играйте в массовую эту кучу. Идите собаку агрите правую. Все, я сагрил вам там, видите, ловите ее. Смысл ЛПЦ в рейде, если он не засыпает? Ну вот и шо. Сейчас скажет смысл ЛПЦ в рейде, который отходит. Вот этот быстро телефон. Смысл отрыла в рейде, который отходит. Просто смысл от война в рейде. Который протопал. Протопала не похож, Войт, знаешь, с кем офигительно танчить? Что и делаешь? Когда есть в рейде Хризи. Или... Нет, это Верзила. У него есть танк Аспек. И можно его попросить, чтобы спекнуться на трэше, потанчить. А ты покурил. А, ну да, у тебя это же кралька, напарник, тебе все можно. Так, стойте тут, короче, идите кто-то на правую сторону, сбегайте. Ловушку чекните. Это лево. Да, ну, лево, да. Кашники, притащите этих мобов сверху. Парна от бафи, что ли, ебать? Да. Угу. Там я там тоже просили, но я в ЦЛК ушел. Так, шо мы маем? 4 ШП, 1 охотник, 3 5, совы. Паладин 6, сколько там, 3 совы, 3 совы. Да, 3 совы. 4 ШП, 3 совы и Олен, нахуй, все нормально. Хан.
Ну, Франк не стрелял. Франк в миле не может. Давай, Эля, вместо меня пойдешь, я под босса стану, чтобы вас четче контролировать. Да, этих бафов что-то не хватает, смотрите. Все есть, чек на пул. Кто-то под боссом пусть прирал тогда ставит. Да, только это тайм под босса поставьте. Минелтор. Джерин тут. Давайте все готовы, ДК начинаем. Да, вряд ли. Мне кажется, мы две резки убьем, потом там на анбафе бьется будет. Так, рост КД, потом дадим. Маша. Монарх ковшом скинь или чем-то скидывает рога. Оставь природу. Ну, блин. Дайте гимн на ХП пристык, кто не в центре. Гимн на ХП. Даю, три. Даю. Так, хаба вставай, флам, Бореса, Элвина, диспельте чуму, супердру, Реса и Машулечку. Машулечка, так, Реса, Элвина, кто там? Дайте гимны на ману, ставьте тотемы. Все присты, прям гимны на ману пейте, пойте. Кто в центре должен стоять, станьте четко в центр, а не так, как сейчас. Дайте пристабав и защиту от тьмы обязательно. Так, сейчас будет большой в центре, паладин, готовься. Хильте, хильте. Ханта, ханта, хил. Так, все совы, все маги, выходим на рейнджу. Демон тоже на рейнджу, выходи. Гильда, отойди от меня, у меня эти, я не могу двигаться. Так, потом Берри еще остались. На супердру Леса и Лифина. Захильте его. Вставай. Можете розыгрыш. Дайте розыгрыш. У вас не дохренали на рейнджу? Не знаю уже, не считаю. Все живы. Хильте супердру. Больше в центре забирай. А еще забирай, что, надо поставить вообще тотемы любые? Так, взрыв, готовьте разбегаться. Вышли с центра, вышли, бежим. Бля, чего вы не выбежали? Я же сказал, взрыв. Ой, давайте, хилы тоже на рейнджу выходите. Бэра больше не... Нормально все по рейнже, Ваня. Ну давайте, под босса, кто не в рейнже стоит, под босса валите. Бэров больше нету, Машулечка может сама стать, хаба тоже может сам стать. Есть бэр один. Пристынь сам слово. Лесу хабу. Хабу. Да добивайте уже, чё он, бля. У меня КД. Конечно, КД два раза падает. Отличные новости, народ! Смотри, до хера людей на РНЖ, ну ладно, уберет. Два раза падать, как будто я виноват, что заболевали всех. Да. Реса типавших, объект на майнспек рольте. А второй раз как? Надо было отбегать, а не стоять на месте. На лавспек рольте. Отличные новости, он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт, потрясающе. А этот плащ идет на вару? Хрен его знает. Идет на вару? Да, идет. Вернул на вару. Да не, вон палу нужно. И палу он не идет. Идет он на всех, блядь, на вару. Он на плащ. Он палу. Сука, носил палу-то нормально. Этот плащ и давал 20к. Значит, надо кому-то кровь. Ты никем больше 18 не давал, что ты рассказываешь? Все, я давал. Ралька, ничего.
Подождите, пусть все добегут. Рыба есть там? Вижу, вижу. Давайте спорим, будем квадрат трусы два раза сноситься и в мини-зону один. Третий сами ловите, кому надо. Если сдыхаете, то вам ничего не будет. Сейчас баф обновлю. Да, здесь тут можно бафы давать. Тотемы в центре поставьте под боссом. При там... самахе то. За боссом там далеко стоять уже не надо. Давайте чистоту. Так, хаба что там не хватает. На инер. Дайте ему еще один инер там дроида. Все, все готово, ДК можешь начинать. Куда вы вдвоем потащите? Они думают, втроем надо бегать. Шаман, беги, трусы. Ваня, тебя не слышно, но надо резнуть танк. Сакру говорит наш. Слышно, не? Да. Стало сколько там стаков? Нормально, 4. А ну добьем так. Хит я, чего вы танков не хилите? Это откуда промахи? То что ШП не бьют пытками, что ли? А ты сам вешаешь 3% ДБ? Савиной все равно. Понятно. Надо кому-то на майнспек. Всегда был моим любимчиком. На офспек. Молодец. Так, ладно, и на майнспек. Мало кто знает, но кукла это мой любимый босс, бля. На офспек. Ой, да, даже дома резиновые. Да, я и квесты сдаю. Mm,
там кто-то один сбегает, и там охотник сбегает, если у тебя дебаф есть. Или нету. Ну, ДДш в них, короче. У меня места уже нету. Ты получил тапки, получай перчатки. Присумоньте нас. Слав, я дам тебе питера, короче, зайду в локом, а то мне что-то Слава сегодня не дамажит. А, после квеста. Ну, после профа, ладно, говорили. Давайте там смоньте, создали квест. Да-да, смоньте. Никто не падал, ничего не надо. Кролик падал. ДК падал. Дайте пока баф и ДК, каску лапу, быстро баф. И после ивента сразу не мигайте. Доводим как вчера. А чё вообще надо? Мобов из текстур вытаскиваем. Ага. Че так мало дамажу, я хило шмотим. Ой, лол. Я думаю, откуда у меня в промахе и ДПС такой низкий. Это ШП не бьет пыткой просто. Че мне так сильно пробивает? А, я уже ДД шмотил. Так, давайте все, трудичек на пол. Положил рыбу. Дайте посол. Рыбу. Кушайте рыбку. Рыбку. Рейд один. Мы 100 лет в этом канале не были. Дайте каску по ДК. Слава. Ты просто не заметил, но там 2 человека просто флагело во время трая. Я их кикнул. Мне даже не изгиб не были. Ставьте тотемочек на пул. Ну, ставьте тотем, шаманы. Так, Виталик, он готов? Не будем бурстить, да? Не, не будем. Давайте, пей куклу. ДК начинай. Слушай, выходим в лужи в РДД. В виде под зеленую колбу. В виде под зеленую колбу, в виде, не бойся. Давайте стопаем по профу, профу не бьем. Не бейте профа, там 4%. 3% милики, пошли нахер от профа. 2%. Играемся в зеленого РДД какой-то. Давайте добиваем РДД, там сбегаться не надо, наверное, на удачу. Нормально, переводим профа. Так, зеленые под стол, красные бейте красных. Зеленые под стол. Давайте смотрим, выбираю цель зеленый, потом только будем бежать. Играем зеленого. На притяжке, после того, как откинет, все в центр бежим. Не надо на зеленого бежать. После выбора цели только потом на зеленого бежим. Давайте, отбежали от зеленого. Смотрим, выбирай цель, потом сбежимся. Сбежались. Ой, блин, канулся, конечно. Люблю магов и локов. Давайте, играем в профа. Что? Это еще откуда? Надо
Пельмени центр. Давайте. Сейчас будет красный выливаться. Мелики Пруф РД красного. Давайте, вылился, играем по красному РД. Элифен, беги. Так, давайте, хилы РД в центр, под зеленого веди. Кто стоит в центре? Будут пельмени в центре лететь. Смотрите внимательно, надо будет бежать к столу. Потом будет зеленый. Смотрим, сейчас будет пельмени кидаться в центр. Все, отбежали. Сбежались. Или в блинкусе. Блять, не трей даже. Давайте, отдавайте бурсты. Отдавайте бурсты, короче, пробуем перевести. Там 3%, 2 успеем. Почему он стоит? Так, зеленые к столу ушли. Зеленые ушли к столу. Красные бейте красных. Зеленые начинайте играть по зеленому только когда выберется. Гимноману. Дайте гимноману. Играйте по зеленому. Дайте рост, дали рост. У зеленого сбегаться, так как я говорил на первой фазе. Красный, беги там. Отбежали в центр от зеленого, потом только сбежимся. Сбежались к зеленому, сбежались, сбежались. Так, ну ДПС нормально, вроде без диванов должны обойтись. Пельмени только не ловите. Слава, забирай. Ну, нормально, может никуда не вести там. Добили. Колба на мейнспек надо кому-то. Сколько за нее? По фулу или как там? За 10 хера за. За 10? Ну а кто забрал? Ретрик. Да. Один ролик? Ну, это 294. Угу. Ну да, некоторые на соп собирают, а на котов, да? Король завоеватель. Потом Слава вроде следующий. Кто там из вас забирал? Я забирал. Слава получал уже. Да, что-то Виталик. Спасибо. Ну, кому там подкрепить надо было, Фламба или Фалариану? Чего? Ну, покрытие кому там, Фламба или Фалариану я отдавал. Мне не нужны. В расчете направо сдавайте квест. Блин, забыл. Сумануть. Лок, если тут еще. На квест, если кто на платформу ушел уже. Говорит, 100 голды надо резнить тему скинуть, тогда сума нет. Тотемы. Джерин, ты просишь дамаг с трэшем или только по боссам? Ну, давайте я заменю тогда. Сейчас я тебе не поначислю. Ой, это тебе надо. Надо сильно колечко вот это, вот, геройское. Не знаю. А тебе?
Нет, не сильно. У меня одно есть. А хочешь, я тебе отдам, а ты замену мне вернешь очки? Если так можно. У меня по статам не совпадает. Ну, не подходит. Давай. Угу. Спасибо. Кидай мне. Ты где? Блядь, что-то я не помню. Ну сколько она обычно дается? Отнимается. Колечко это. 389 мы накинули. Ну, фокус, что там еще попробуешь один трайли менять? Давай попробуем, сейчас 75, не знаю, он скачет постоянно. Ну давайте все тут тогда, давайте фулбаф и там танки и флешмот. Меняйте, если не меняли. Так, ну давай тогда шаман будешь сверить, потому что ДЦ да. Может помогать. Со, вы тоже поменяйте хило шмот, если не меняли. Так, что там? Давай, кот, будешь все печеньки станить. Рога будешь все ромбики станить. Протопал все трусы будешь станить. Смарт-хил второй, шаркающий твой. Ну, первый диспарь, короче, потом второго будешь диспарить. Хорошо. Ну, паладины, смотрите сами, кто будет улетать, того будете станить. Это давайте сразу определимся по станам-то. Чтоб точно уже знать. Я прослушал, ты про Топалу говорил, кого станете? Да, все трусы. Кот, все печеньки, рога, все ромбики. А паладины, кто будет улетать, смотрите, того сами станьте. Какие каску побери стану? Дайте каску пристану. И сдаться на твою милость, Фордрин. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Еще не готов. Ты пройдешь через леса и будешь молить о пощаде. Маша, ты в Мелизане будешь? Буду слушать твои... Ой! Сальвука, ну давай. Каплю на меня, наверное. Я скажу, куда. Сальву. Капля, я по КД. Она не надо будет. Отойдите от лича, давайте 2 секунды, бой начинается. Это самый жесткий. Так, смотрим, сейчас ловушка, РТД, бежим, РТД. Так, чума 2 секунды, а то все с чумой выносить. Чума на фокус выноси. И не диспел фокуса. РТД ловушка, милики проходите. Крайка, ты что делаешь? Она делает то, что ты не делаешь. РДД лушка, проходи, милики, проходите тоже. Чума 2 секунды. Слава, проводи. Фаларин выноси. Диспел. Тут два бомжа на РДД зоне. РДД проходи, милики тоже проходите. Кралька, веди. Все, второй шаркающий вылез, он твой, короче. Мили. Милики. Чума, смотрим, чума на этот М выноси. Диспел. РПД, бежим. Веди в мире зону, слава на крайне. Веди в мире зону, в РДД зону, веди их сюда, не бойся. Смотрим, сейчас будет ловушка и на край пойдем, дайте каплю на войда. Все, ушли на край. Что-то подлагивает. Набрали ренжу между собой, играйте в нервного духа с печенькой. Гильдаль, ману, пожалуйста. Так, Гильдаль, дай именно ману, ставьте тотем. Гайд, как танчить протопалом, сука? Первый раз в жизни танчу.
Присты по сверкам играете? Присты, ханты. Дайте баф повару. Чуть-чуть их каску надо. Сейчас варка. Я ему кулак кину. Давай, паладин, забирай, сверка в центре, сверху бейте. Милики, бейте, духа гневного, РД сносит, печеньку бьем лича. Все, идем все звездочку. Валькиром стан, валькир сливаем. Давай, подведи ближе к центру. Охотники, трапы кидайте. Давайте, сливайте, 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 ромбик без стана. Пару трусы за печеньку застаньте. Играйте ромбик, трусы. Давайте трусы добиваем. Первый не давайте рост. КД. А, КД, давайте. Ведемте все под босса. Эти все звездочку стали. После первой валькиры надо будет разбежаться. Скажу, кого сливать, если шо. Так, давайте, готовьтесь, готовьтесь. Разбежались. Осквернение, смотрим, на ком счастливый или на ком-то там. Давайте, две валькиры играем, ромбик, печенька. Ты сам дал стан, можно, можно убить. Играть еще из ромбик, печенька. Трусы, сука. Кто там стоял? Ромбик, бейте. Да забейте на трусы, они летели в одну сторону. Давайте трусы пробуйте сливать, успеете. Два стана туда. Играйте в лича, не успели. Так, вышли, чуть-чуть. Вышли, осквернение, вышли на рейнджу, смотрим на кому уже. Все, идем в центр, звездочку становимся. Валькиром стан, валькир сливаем. Давайте, первую не бьем, вторую, третью, две валькиры в центре. Гар залагал. Вышли осквернения, Дайте трусы, ромбик, добивайте. Хильки БДК, Слава, забирай, Дайте БРПМ-почки. Эндриага, Арес и Суслятина. Давайте в центр, захильте сразу. Давайте, становимся звездочку. Валькиром становимся, сливаем. Забираю, кралька, лича. Дайте бафы по АДК, приста баф, там каску дайте. Давайте, валькиры станы, после третьей валькиры будет осквернение. Валькир сливаем. Сити. Давайте, вышли с центра, вышли. Давайте через... Порвали. Все играйте, короче. Блять, лужа. Идите с лужи, отойдите, нормально. Дайте гимн на хп, дай сакру. Дал сакру. Хил в треугольнике. Играйте рога, в треугольник, рога, там рога, подсейф хил. Меня. Рога. В треугольник играйте. Ромбик не бейте, играйте в треугольник. ДК, не отходи. Упало, не? Да. Да. Блять. Играйте по лечу, короче. Вышли осквернения. Ты... Падаем. Слава, закрой вот когда я РЛ, извини меня, конечно, но не надо там было просто бить, которые полетели в одну сторону, а там было две валькиры. Так ты видел, сколько там дамага, блять? Ты видел, что их можно было разбить? Их можно было разбить, но не успели их разбить. Так так по одному человеку на каждых вальках можно терять, блять. Надежда. Да, надежда. 6,9 лбы, блять, и не могут разбить вальку одну. Там я раз за три хватало. Да, блять, кикните этого рогу 6,4, который Ваниш не может прожимать. Они уже второй раз под лечом лужу хуяли. Второй раз код был. Сейчас я зайду на лук этому. Блять, ни разу
Подлечен как раз и твоя, когда был и ближе к трону, и ты такой на рогу даже спринты не прожал. Ну, бля, это пиздец. Мало того, что так у тебя дамаг от роги 6.4, блин, 12к. Это пиздец, это хуйня. Удали рогу. Второго какого обычно? Кто в трусах этих был? Кто там стоял? Эршон. Крист какой-то? Какой Эршон? Хаба? В каких трусах? Крист, которые на вторых улетели одни, там Сатара Репа был. Потом лужа по третьей рога, лужа, которая всех убила, фланга. Кот, дай рез по ханду, пожалуйста. Поставьте там шкаф в сумманите. Спасибо. Чё ты на лог подошёл, Лонь? Ты я за ним больше дамага дам. Там собой? Дряга, почему ты так мало дамажишь? Репка. Вот я не могу понять, почему вот каждое КД на лече одно и то же говорить этому человеку. Почему? Ну не получается. Как так? Блядь, охотник дамажит меньше Элима, я бы... Это пиздец. Это херня. Так, ну короче, все, кто ниже Элима на лече, классы, которые имеют РПБ, тикдоты, ретрики, это я не знаю, это вы... Как это сказать? Люди, которые уже ничего никогда не научатся. Вы будете вагонами всегда. Что ты там говорил вагон про охотника? Да, я сестра. Так какая разница, что бисовый Элим? Так, что там по бафам? Дайте пристабав, каску локом. Хабу дисконнект сейчас зайду. Знаешь, что ты говоришь, вот какая разница. Вот мне было интересно, когда ты только рогой не был так одет, как сейчас, и тебя Элим дамажил. Что ты тогда говорил? Пацаны, есть время поссать? Ты о чем говоришь? Знаешь, что ты одет в фантом под 6.5, и ты только что мне только что этим упрекаешь? Я тогда вообще бы не заикался, если у тебя был 4 КГС, у тебя 6.5 КГС, ты должен быть третий. Ты, блядь, 12-й. Какие оправдания? Не всем думал в этом мире на циферке фапать. Давайте чек на фул. Дайте пристабав там просят. Вот, Джерин, зайди, пожалуйста, ты хантом на лече и покажи мне третий по ДПС. Че, зайдешь? Да, сейчас зайду. Потом диспел эти наступления еще в линкомете. Не, ну почему там у него ворон введены из сферы на пол широкорей, притвориться мертвым. Не, он просто думает, что сидим тут на сурке и сижу и бью.
И говорит про Эльма, который он сидит и ебошит цепуху этой, которой тройной цепная молния, и там идет тройной дамаг. Эти бафы по охоте. Так, Келвин, тотем. Все готово, запустили там охотника добавить. Надо макросы написать, надо акула. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость. Когда на успех ролит здесь процентов, то идет по тому, у кого ролл выше. Че, на есть король или что? Смотрите, демон в РДЗ. Да, я мир находит. Ты будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твои отчаяния. Да, я сказал, там новый пароль. Доказательством моей безграничной мощи. Чё, я врага разговаривал. Давайте, бой начинается. 5 секунд, просто отойдите. Так, смотрим, ловушка сейчас будет. Стоим. Только чтобы никто не улетел. Чума, 2 секунды смотрим, что мы выносим. Чума на фокус выноси. РДД бежим. РД ловушка, милики проходим тоже. Ни одной чумы еще нет. РД ловушка, милики проходите. Проводи миликов дальше. Второго шарка еще забирай. Смотрим, ловушка сейчас будет. РД ловушка, милики, проходите дальше. Слава, можешь на край уводить. Там кто-то не стелит очень рано, там чумы вообще нет. Там вообще чумы нету. И вообще ни одной. Вот сейчас. И то, не успею там выйти. Да есть там одна чума вроде. Ну вот сейчас вынесли. Так, давайте, Слава, на край уводи. Иди в РД зону. Супердру, Реса и Виталиса. Алиса, вставай сразу. Все, на край ушли, все на край. На край. Дай сахар. Это вручную трэш будем заливать. Гимнаман. Слава, скажешь, какие капли надо будут? Мадал. Два охотника диспелить, иступление шаркающих. Мелкий трэш больше не забирай с рейда. Из ты ханты по сверкам играем. Сверка летит, сверки бейте. Агро. Я вернулся. Да я видел. Диспальте вступление. Так, давайте хорошо. Дайте капли на войда, этого духа хорошо бейте. Слава, держи трэш на крови туда. Эмпочка, будешь вести гневного духа перед лечом, встаньте, все в печеньку встаньте, чтобы дух не дыхнул. Когда на капля? Дайте ДК, зубы, зубы. Давайте, веди. Удушение кинем. Давайте, все в... падаем. Ну что там было с чумой? Чего вы не могли вынести? По-моему, фокус выносил, она диспелилась на Джерена. Второй хаба не донес. Видите, по-моему, вот Виталий Кун вынес и умер. По-моему, все. Я чему диспелила? Пусть хаба диспелит на первой фазе, как он диспелил, там все было хорошо. Не надо там больше никому диспелить.
Теперь покажите, пожалуйста, дамаг. Я диспелила, я до Виталика не достала, просто он был далеко очень. Виталик сам может себя диспелить. Ну, он сдох от чумы. Джерин, что сейчас скажешь? Что я тебе скажу? Ты 16-й, я 6-й, дальше. Ну, я 7 раз. Шаркарея, ты один? Ваня не дал мне макросы и запустил лича, я его предупредил. Вы, когда добираете, надо делать. Я играю без мышки, мне надо писать по маусоверу. Какие вопросы? Вы сами не дали мне ничего сделать. Где мне третий место? Нахер запускать лича? И так, что я диспринул без мышки один раз, это вообще, бля, пиздец, как охуенно. Да там, блядь, это берса все равно 3 секунды. Пока эта стрела долетит, он, блядь, заканчивается уже. То же самое со станом. Тогда давай без диспела поиграем, посмотрим как. Давайте подходите на лича в парте рыбу пока. Кушайте рыбу там, подходите, кто там на первом этаже. Все, и тут нужно фулл бафы давать. Дайте каску пристабав там, интеллект. Дайте чек на пулос, пока добавлю, это реча запущу. Что там, Дима? Макрос. А, ну я запущу так, Лифи, Андриана. Давайте запустил лича. Красивый трансмут. У ханта. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил. Давайте соберите, сделаем все как надо. Нормально, один трай, расходимся, идем в арест. Да, конечно, пофиг на меликов, но если вы не поставите тотема, то ДПС, наверное, явно не сжимает. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Давайте, 5 секунд бой начинается, готовимся. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. РД ловушка. РД. Так, чума 2 секунды. Смотрим, чума выносим. Чума на счастливый выноси. Диспельте. Блять, ушла в милики. А, протопал. Давайте пока стоим. Можешь чуть миликов провести. Реагируйте вещи, когда на вас чума кидается. Я жарю заранее. Так, смотрим ловушка на РДД. Смотрим, чума, милики, аккуратно ловушку вынести, не в лужу только. Тотем. Диспел. Так, смотрим ловушка. РДД, милики, проходите тоже.
РД ловушка. Шаркающий выходит и на край слава иди. Веди в РДД зону. Давайте 5%. Веди в РДД зону, не бойся. Так, милики, ловушка по центру, ловушка по центру, милики, аккуратно, не идите никуда, стойте там уже. Бля, не улетели, ни хера. Кралика, себе. Веди к нам, кралика, веди к нам. Все, на край все ушли. Идем на край. На край все. Я думал, твои ловушки в бой будет. О, выйду каплю. Дайте каплю на бой. Дал, дал. На ману. Ильдаль, дай им на ману, наберите ренжу, все нормально, успокойтесь. Диспельте ханты иступления. Сфера, две штуки летит, бейте сферы. Дайте еще одну каплю и зубы на выйду. Ой, снимите иступление быстрее, иступление. Ну наберите ренжу, я же просил набрать ренжу. Машулечка, вставай, сразу я захил. Фламба, Ресса и Фалариана. Фалариан, Ресса и Счастливого. Супер Эдуру, Ресса и Машулечка. Ресса быстрее, дайте гимн на хп. Да, гимн на хп, Ресса, вставайте. Пизда, нахуй, конец. Ну Ресса быстрее, чего сейчас фаза будет, никого не риснем. Супер Эдуру, Ресса и Машулечку быстрее. Вставай, сфера, сфера. Я сказала, у меня КД БР. Блять. Идемте звездочку. Эмпочку хильте, хильте эмпочку. Идемте все звездочку стали, все нормально. Станьте все звезду. Трапы кидайте, охотники. Сливайте, сливайте, все три сливайте. Перед валькирами не стоять. Вышли осквернения. Осквернение, вышли, фокус. Давайте, две валькиры там. Эмпочку. Блять, ну чё мне нахера заходить? В три хила не можете БДК захилить. Есть за кого-то БР? БР у кого-то есть? Резайте эмпочку. Иди в центр, веди слава. Захильте эмпочку, встали ее, дайте бафы по ней. Давайте, все в звездочку, становимся со спину лича. После первой валькиры будет осквернение. Скажу, кому выйти в стороны, скажу, кого сливать. Эмпочку хильте. Вышли с центра, вышли. Хил в печеньке. Давайте, все три сливайте. Хильте БДК, там хил в печеньке. Блядь. Есть у кого-то еще БР? Веди, так, рассосались ахиллы РД, сейчас будет осквернение. Осквернение, вышли, Амарталис. Идем в центр. Гимн на ману, читайте кто-то. Сатарара, гимн на ману, встали все звездочку. Давайте станы, сливаем, сливаем, все три сливаем. Я в кружочке. Калька, прожмись. Идите танк. Давайте, вышли осквернение, вышли с подольтир. Смотрим, вы уже с подольтир выйдете. Добивайте, ромбик, трусы. Че вы стоите, блядь, смотрите? Уходите сразу. Так, давайте, все звездочку на ту сторону полетим. Все звездочку стали. Валькиром стан, валькир сливаем. После третьего будет осквернение. Давайте первую не бьем, вышли с центра, вышли. Две валькиры в центре, валькиры не залейте. Смотрим, лужа. Давайте, через трусы играйте. Давайте, не дохните. Все, слили, давайте, в лича играем. Так, будет осквернение. Скажу, когда рассосаться. Есть еще гимноман, лейнер можно. Да, пою, пою, веди пою. На край, веди на край, эмпочка, веди на край. Смотрим, что лужа будет. Ближе к краю ведем, валькиром стан и переводим лича.
Суслятина и Влеча, давайте, 1%. Все, на край ушли, все на край, бросили все и на край. Забили на все. Теперь рейнджу набрали, чтобы я, блядь, не видел два человека в одном месте. Играем духа, который с меткой. Так, пристыгим на ману там у кого-то остался. И сферы, если не долетаю до рида, я всем пристам даю ГП. Уйдите от морды, чего вы, сука, стоите перед мордой, там друид, ДЦ, там еще кто-то. Все печеньку играем. Давайте в новую печеньку играем. Обновите пристабав, лапу дайте. Каску кому надо. Давайте старого духа, теперь в нового играем. Машулечки, кинь каску. Давайте только старого духа бьем. Огронь сорвите. Демона пуль четвертого духа на... Я уже не понял этого. Хорошо, добивайте печеньку. Все, в нового духа. Сферы, сферы, сферы. Давайте. Стоп под духом. Все, дотайте духов, нормально все. Дотайте, сейчас комната будет. Мортарис, кинешь СС на протопала, я на БДК. Давайте в комнате духов бейте, бьемте сюда. Я на портал еще не бегу, так что смотрите сами. Давай, темпочка СС. Ой, Ваня, пронт. Войду, войду. Бежим за печенькой. Бейте духов. Мортарис на Войда. Или этот, Эчпичмак. Не, на Войда. Слышно, не? Да, я Войду дам, понял. А, все, проходим, давайте. Проходим, в угле, в углу стоим. Давайте проходим. Так, после комнаты духов не бить. Идите, милики, сразу к духу, но его не бить. Там протопал поймает, то скажу, когда бить. Все, выход. Все, поймал, играйте в духа. Уводи к трону, что там? СС откатил. Этот, блять, БР откатился у кого-то. Все, ушли с-под духа. Ушли, там его хлоп добьется. Прячемся за Лича. Так, осквернение, милики вышли. Вышли милики. Вышли милики с-под Лича. За Личом прячемся, протопал хлопает. ДК там повернись, нормально, осквернение. Не прыгай. Да, на серединку отведи, может там остаться, там духи не дойдут. Да все, 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 можешь не вести дальше. Ваня, СС только... не дал. А, хорошо. Ко мне нет. А, ну, ладно. Давайте всех печеньку за запад дадите в комнате. Можешь на этих мелких духах пососать, мне там хп мало у них. Давайте в печеньку все идем. Давайте, рейд фуловый, нормально все. Давайте, проходим. После комнаты к порталу вести. Давайте, проходим. Еще чуть пройдем. После комнаты все к порталу идите, вам Лича приведут. Там духи будут возле трона. Все к порталу идите. Смотрим, гидали осквернение. Идите к порталу, за Личом там прячьтесь. Все, уводи к трону обратно. Ну или туда куда-то. Блин, опять сатанинские круги наматывают. Хоть все, дальше. Стой там, никуда. Уходите из-под Лича. Ну, в смысле, из-под духа уходите, за Личом прячься, а дальше никуда не видите, сейчас будет комната. Тут стоим. Ну все, все, стойте, стойте. Сейчас комната будет, ничего страшного. Потом добьете.
Давайте, последняя комната. Так, давайте в печеньку. И куда тут? Ох, давайте сюда пойдем. Чтобы уничтожить короля лича? Давайте проходим, бежим, 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 резко бежим, резко бежим, там нормально все, Дайсаку. Потом хвостеть лепается, тут не мог. Давайте за угол. Дрейд фловый, нормально все. Давайте по настеночке проходим, бомба падает, ничего страшного. Стоим тут пока. И проходим дальше. Куда вы тапки там дали? Там еще 3% бить, если что, это можно вайпнуться. Давайте тут стоим в печеньке, сейчас выход будет, и идите от духов там куда-то. Скиньте каплю. Так, добивайте, у меня телефон звонит, добивайте. Ну что, вайпнуться? Дайте быстрее вайпнуться, потому что Наташа. Давайте. Сказано, сделано. Гните деталями, пожалуйста, полностью за весь бой, короче. Пожалуйста, больше мне не пиши. Я четвертый, потому что есть АДК, он разогнался по трэшу. Я второй полечу. Учись играть за ханта, братан. Как я затанчил, кто ценит мое танкование? Нормально? Заебись. Понимаешь, да, с истерией, я бы был бы... А, я еще первый полечу. С истерией там бы отрыв бы был пиздец какой большой. Смотри, какой я полечу первый. Я сферы бил, я шаркарей диспелил, я не бисвый, как ты. Так что, Джерри... Ты покажи урон по сферам. Ты покажи урон по духам. Тебя следует наградить. Да ладно, завязывай. Так я затанчил, заебись, да, пацаны, в натуре? Я же говорю на 7. В смысле на 7? Из 10? Из 100. Вот ровно протопал. Ну видишь, вот в натуре вот чуму не выносят, да, шарки не сдыхают. А когда все выносят нормально, тогда заебись. Ну первый трай мне прям вообще нормально, прям, блядь. Ну что-то ты на себя щиток не кидал по КД. Почему? Священный щит называется. О чем говорит? Ну, прочитаем, каждый раз при получении урона на цели награждается священным щитом, поглощающим 500 урона, повышающий вероятность критического эффекта заклинания паладина вспышкой света, то есть тебя холик луж хилит. Вспышкой? На 6 секунд. Так, эффект ароматы, начащий, 6 секунд, ну, 500 урона поглощает. Но 500 урона хотел поглощать. Он вообще 500 поглощает. Хули этот обзор, блядь, для ППГ все. Тут шаркарь бьет 100 тысяч. Если по двумя лицами. Там ничего не спасает. Ну, уклонение. Я в критическое время еще это, печать света врубаю, чтобы хоть как-то выжить, если хил плохо хилит. От таких боссов ты не поможешь. Я в следующий раз буду танчить. Слава, поставь там лук. Лук поставил. Пойдет. Пойдет? Ну, он всегда так говорит, пойдет всем. А то сейчас скажет, что пиздатый. Ты вообще будешь считаться себе богом, протопал. Ты нрав, что ли? Сутлик, дай порт в Далоран, пожалуйста.
суслик мертв. Кто убил? У вас вот камни на КД, которые в возвращении. Зангрпо, лучше. Прилив роля. Ебать, и никому не надо прилив. Я хуей мой пал плачет. Ой, лоб клал. Счастливый на ухо. Счастливый на ох. Да, он нет. Блин, осуществляется на тебя ресель только что. Как бы ты писал о том, что ты займешь? Какие тогда вопросы? Покоритель Рольча. Воин, я хотел вопрос. Вот спросить такой вопрос. Вчера, когда я брал Митриус на мейн, один взял и ролил, мне ждали аж 500 с чем-то ГП. А здесь почему так мало? Ну, на оф, наверное. Он же на оф ролит? Счастливый, ты на оф ролишь? Ну, он не писал, что на холик, значит на оф. И все. Счастливый ролью на РДД 1937, это что такое? На РДД? Что это было? Ну и вот ЦВК, наверное, твое. Ладно, а кто там покоритель? Так, Супердру, еще почмачка, Фавариан. Супердру выиграл. Так, теперь понял. Кто считает, что он достоин коня, кидаем на него ролл. Кто достоин? Кто достоин? Ну, посмотрим. 9. Ну, у меня есть... Да. Я приступ, у меня гимны есть, ребята. Вар, у тебя, чем, у тебя ни одного коня нет. У меня только багровый с этого шея в банке лежит. Поздравляю. Спасибо. Он недостоин. А что значит вот Адон пишет два значения для шмотки? Ну вот для арбалета. Это тайная покрытая мраком. Кому-то надо заходить на это? Да, я захожу. Сейчас спрашиваю, вы в РК писали о том, что получаете ИП на другого персонажа? Никто не писал, по-моему. Никто не писал. Ну я вот не вижу. Посмотрите сам РК. Кто заходит тогда? Кому дали? Я, короче, забыла написать, я захожу обратно. А сейчас что, РС или РК? Давай, заходи. Что там написано? Хаба на ИП? Хаба да, писал. Да. Хаба тоже не писал. Бери хаба обратно этим и Супердро обратно от рулем. Но я реально ГП получил за тык. Так я не получал ГП, я вообще шмот не ролил. Супердро ГП получила за токи. Туда ИП. Это понятно, а Хаба просто... Хаба не писал. Если вы не знаете правил, это ваши проблемы. Это не означает, что вас надо прощать. Так их не все соблюдают, я понимаю, все соблюдаю. А что сложного, я не знаю, написать тюрка? Ничего сложного. На ребре каждый раз практически говорят о том, что пишите. У тебя шаман фуловый во всех спеках там? Нет, не фуловый. Ну, значит, копи ИП. Какие проблемы, не знаю. Хуже еще не будет.